4,5 километра полотна предстоит обновить дорожникам на улице Энгельса. Специалисты уже срезали старые верхние слои покрытия и начали укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. Параллельно приступили к замене бордюров. Работу планируют полностью завершить к середине июля. Гарантия 5 лет. В Курске в рамках федеральной программы должны сделать 32 объекта. Два из них уже закончили. На сегодняшний день проезд магистральный, оба участка выполнены полностью. Сейчас ждем промежуток технологический 7-дневный. После этого будем наносить разметку, ставить знаки, и эти объекты будут закончены. Работают сейчас на улице Энгельса, вот где мы находимся, на улице Павлуновского, улице Гремячинской, улице 1 Маква. Переходит с 1 Маквы на Литовскую и Сумскую. Вместе с главой региона за качеством выполнения ремонтных работ пристально следят общественные контролеры. Пока замечаний и претензий к дорожникам у них нет. Активисты оценивают труды строителей по большому списку критериев. Одной из задач перед нами поставлено, чтобы мы наблюдали, не укладывают ли асфальт, например, в сильный дождь, в лужу и так далее. То есть вот такие вещи, они нами фиксироваться должны, и мы должны их передавать заказчику уже, чтобы применяли соответствующие меры тем, кто эти работы выполняет. Роман Старовойт пообщался с общественниками и предложил им следить не только за ходом работ на улицах, но и отправиться на заводы, оценить всю технологическую цепочку. Из каких материалов производится асфальтобетонная смесь? Соблюдаются ли технологические процессы по изготовлению самого бетона? Как он загружается в транспорт? Сколько составляет транспортное плечо? Очень важно, чтобы температура смеси она была соответствующая, чтобы избежать температурной сегрегации, а это в дальнейшем приведет к ускоренному разрушению дорожной одежды. Глава региона также побывал и на улице Малой, где на месте грунтовки сделали твердое покрытие из фрезерата, отработанной асфальтовой крошки. В этом году подобным образом планируют выполнить работы на 100 курских улицах общей протяженностью более 60 километров. Анна Пикулина, Алексей Еременко, телеканал 7.